Путин сейчас боится обострять ситуацию с генералами. И дело даже не в том, что там был мятеж, это не был мятеж. Было там участие и поддержка Суровикина, не было. Дело в том, что сегодня ситуация на фронте, она ничем не выдающаяся. И, естественно, поэтому тут можно любого генерала, по большому счету, привлекать к ответственности. Вот. Но решится ли на это Путин, не решится? У меня большие сомнения на этот счет. Потому что, мне кажется, он себя чувствует совсем неуверенно в отношении генералов. Понимает, что военная верхушка расколота. Понимает, что Шойгу и Герасимов авторитетом в армии не пользуются. Но, тем не менее, он армии боится. На мой взгляд. Я могу, так сказать, что-то недопонимать, что-то недочувствовать. Но вот по всему видно, что каких-то жестких действий в отношении генералов, несмотря на все их ошибки, провалы, Путин не предпринимает.